Здорово, YouTube. Знаете Джона Уика? Ну, конечно же, знаете. Он очень-очень всем полюбился по своим фильмам, и вообще Киану Ривз очень-очень крутой актер. Но много ли у него игровых проектов? Мы знаем то, что есть игра John Wick Chronicles, не шибко популярная и известная, но она есть. Также его добавляли в Fortnite и Payday 2 в виде персонажа, и выйдет в скором времени тактическая игра, которая называется John Wick Hex. Этого мало, но всегда есть фанатские творения. Вот разработчики-любители выпустили небольшую игру, которую так и назвали «John Wick». Авторы пофантазировали на тему того, как мог бы выглядеть экшен с героем Киана Ривза, и если бы он выходил на NES, то есть на наш любимый Денди, если так сказать. Дотошного следования возможности платформы нет, поэтому авторы использовали цветовую гамму, характерную для игр NES, но добавили всяких плавных анимаций и спецэффектов, которые никогда бы не получились бы на консоли 80-х. Поэтому мы сейчас игру проверим, посмотрим, оценим ее, она бесплатная, я вам ссылочку прикреплю, где ее можно скачать, если что. И давайте смотреть. Ну что, поехали смотреть Джона Уика. Я думаю, она дико сложная, но на самом деле я знаю, судя по раундам, вы видите. Я записывал, начал записывать, и, ну, короче, возникли траблы, и мне приходится сейчас переигрывать, но мы будем на легком играть, потому что это дико сложная игра, просто безумно сложная. Так, ладно, вспоминаем, как играть. Убиваем мы с одной плюшечки, в принципе, почти всех, но и нас очень быстро убивают. Она очень сложная, вот прям очень максимально сложная. А как я играю в такие игры, я же не... Ну... Я не сильно профич в таких играх. Я надеюсь, я вам покажу, на что эта игра вообще похожа. То есть это в цвет прям снесовская игра. Несовская. Но она дико сложная. Потому что здесь какие-то проблемы с управлением, мне кажется, у них. Все-таки он как-то реагирует неподобающе. Неподобающей игре, но это очень сложно. Давайте второй раунд посмотрим. Тихо. Реакция Джона Уика, как говорится. Две пульки прям в голову принял. Блин. Вот здесь, короче, нельзя допрыгнуть, я так понимаю. Что да, я пробую каждый раз. Каждый раз такая вот дичь случается. Так, это я тоже помню. Так. Они прям очень... Они очень... Она... Прямо очень быстро убивает. Ну, собственно, вот так вот мы погибаем сразу. Практически. Это дикость просто какая-то. Что это, я не помню. А. Да, главное этого убить. Да, блин. И хп уходит. Его вроде бы как немало. Но в то же время, смотри, как оно уходит быстро. Посмотри просто. Так, все, этого убили. Вот он не может одновременно выстрелить и подпрыгнуть, к примеру. В этом и сложность игры, мне кажется. Что, я думал, меня задело. Так. Давай. Убить, пацана. Нужно сначала его убить, а потом... Ну, вы поняли, да, короче, какой я игрок в хардкорные игры. А это, между прочим, прям хардкорная. Хардкорнер некуда. Хардкорнер некуда. Блин, я не знаю, в детстве все мучились с этими NES играми, но они не были такими сложными, как вот подобная игра. И смотри, если все правильно разложить, по полочкам, так сказать, все нормально. Смотри. Все нормально. Я, если честно, не играл ни в одного Джона Уика. Единственное, откуда... Единственное, откуда я его знаю, но где я его видел именно в представленном в играх, это, естественно, Fortnite. Потому что у меня есть скин Джона Уика. И он такой классненький. Прям вот эти штуки нельзя взрывать, насколько я помню, потому что платформа сразу же ломается, а нам она нужна, чтобы на нее прыгнуть. Представляете, насколько это хардкор? Вот один раз ты ошибся, все, без платформы ты уже дальше не пройдешь никак. Представляете? Что-то я как-то на изичах разваливать так стал. Машине не на самом деле сложно. Ой, вот это дичевская, помню, штука. Короче, сейчас нельзя нам прыгнуть, потому что нельзя, мы не перепрыгнем. И там нужно будет выстрелить один раз, чтобы убить. Один раз.
Да, вот здесь, видите, нам красную штуку нельзя взрывать, потому что платформа будет разрушена, и мы просто не пройдем. Очень жестко. А еще она дико... Я забыл. И еще она дико громкая. Дико громкая. Я вам на 40% снизил, чтобы вы понимали громкость. Или на 30 вообще музыку в игре. То есть в игре ее нельзя, к сожалению, поменять. И мне ее пришлось... ну, при записи, короче, меньше сделать. Да посмотри, что за жесть. Все хп. Все хп мне снесли. А есть кто-нибудь? О, слава богу. Ну что, третий уровень? Третий. Я доходил до четвертого при первой записи, но это гораздо больше времени заняло, потому что я сейчас хотя бы немножко понимаю приблизительно, что от меня требуется. Вообще, мы тоже можем такие штуки кидать, но я не помню как. На геймпаде у меня получалось, но на геймпаде вообще не... О, вот это дичевское, короче, место такое. Оно будет дико сложное. Вот видите, от этих пулек не присесть. Это... Ты посмотри, я сразу появился и сразу урон получил. Моментально просто. Жесть. Ну, какие-нибудь любители вот такого вот хардкора, они по-любому пройдут эту игру на изичах. Я не понимаю, как это можно сделать. Да жесть, блин, алло, так нельзя. Это же... Ну, как бы... Ты посмотри. Блин, я не помню, что я должен здесь... А, я, по-моему, просто должен продержаться. Жестко. Или нет? Так, хорошо. Хорошо, давай еще один. Да блин! И все равно он весь урон как бы... По-любому еще будут, да? Слева будут? Точно, точно, точно. Нич. Нет. А! Да невозможно! А как я прошел до этого, тогда не понимаю. Ладно, мы заучим. Будем думать, что это Dark Souls такой эдакий. Они сразу бегут. Да, у нас есть оружие ближнего боя. Да. Почему мы почему-то все, не всех можем убить? Я помню, я знаю, что нужно сделать. Я вспомнил. Как я в прошлый раз придумал. Смотрите, мы сейчас разрушаем платформу. А, платформа-то не разрушается, лол. Ну окей, тогда стоим здесь. Сейчас выхватываем люлей от тех ребят. Вот от этих. Хорошо. Еще будут? Ага. Так, этих нужно по-любому убить. Вот он вверх не стреляет при прыжке, допустим. Просто жесть. Хорошо, хорошо. Этот момент мы прошли. С горем пополам, но мы прошли. Блин, это я тоже помню. Я думал, тебя нету уже тут. Все, отключили. Она нашпиговала меня. Нашпиговала меня. Хорошо. Эй, ну камон, так мне уже нечестно. Это игра или... Или просто издевательство? Да ты... Да смотри, все равно. Блин, ну короче, сразу нельзя прыгать, я понял. Окей. Помогите, жопа горит. Хорошо. Да я не хочу заново. Хорошо. Хорошо. Все, теперь мы прям Джон Уик, правильно? Это я тоже помню.
Посмотри на него. Нет, нет. А, ну хорошо, не оттуда. Да камон, ну так ничего. Я, по-моему, так его могу убить. Вот он очень плохо слушается управления. Очень плохо. Блин, до четвертого бы дойти, я вам всю игру, естественно, не буду проходить. Какой вам смысл всю игру смотреть? Смотри, все равно урон. Это можно, смотри. Ага, я помню, я вертолет вот так вот убил. Я не знаю, баг это или нет. Но, типа, это изи. Это изи. Фу, он не прыгнул. Я не помню, может он вверх стрелять или нет. Вот это еще такая немножко дичевское место. Типа, мы, если выстреливаем, мы, естественно, взрываем все. А нам, по-моему, все нельзя взрывать. Я сейчас попробую, конечно. Как опасно здесь играть. Так, и что тут? Блин. Вот и все. Вот что-то мы не сделали неправильно, и все, и пройти уже никак нельзя. Так, ладно, мы... Хорошо, в затылок, блин. По-моему, нам просто нельзя взрывать. Окей. Тихо, тихо. Стелся. С двух пулек. Все, я понял. Они с двух пулек убирают. Нет! Жестко как, блин. Давайте, кстати, блин, вы кто посмотрит, вы напишите в комментах, любите ли вы... Ты же не прыгал до этого. Любите ли вы подобного жанра игры? Ну, в смысле, именно в плане хардкорности вам нравится вот в такое играть? Я могу здесь прыгнуть? Нет. Давай хотя бы до четвертого снова доберемся. Так, все тихо. Мы Джон Уик. Мы можем толпу убивать. Даже не привлекая к себе внимания, как в фильмах прям. Вообще, я хотел бы посмотреть какую-нибудь годную игру по Джону Уику, конечно. Прямо годнющую, чтоб... Прям такой AAA проект, наверное. Ну, хотя нет, наверное, такой AAA проект. Так. Ага, да, видите? Если они взрываются, они кнопку отпускают. Ну что, четвертый уровень, до которого я доходил, но я, по-моему, здесь ничего в итоге не сделал. Да, вертолет здесь не убивался. Если я не ошибаюсь. Сейчас мы попробуем ему еще урону. А, нет, смотри, убивается. Да. Понимаете, да, насколько все жестко? Вообще тайминги нужно ловить, конечно. Нужно ловить, конечно, тайминги. Что я не делаю, и, собственно, поэтому я проигрываю в таких играх. Что-то будет. Босс? Я помню этот момент жесткий, чекайте. Опа. Только я не помню, что будет. Да, машина убивает сразу, перманентно, да? Ну, две. Две так точно. Да, мне нужно разобраться, короче, вот с чем чувачком. А сейчас их две. Да. Да присядь, пожалуйста. Хорошо. Хорошо, этот момент мы тоже прошли. Нам он зачтется как за пройденный, если мы умрем. А мы умрем в любом случае. Ау. Какая трешня. Это как... Блин. Помните эту игру? Как же она? Cuphead. Вот, мне кажется, по уровню трешняка вот это что-то близкое. Типа здесь такие моменты, вот видите, как происходит? Есть такие моменты, когда ты, ну просто, ты просто не можешь ничего с этим сделать. Посмотри, блин. И он, и самое смешное, что он сидит. Да ё-моё.
Я так понимаю, мне его нужно убить до того, как он развалит эти. Ну я же выстрелил в него. Какая жесть. Да ну так нечестно. Да. Я очень напряжен, вы, наверное, по моему лицу это могли заметить. Да блин, да что ж ты... Они просто как будто бы не контрятся. Хорошо. Плохо, плохо, плохо. Убить, убить вертолет, убить, убить, убить. Джон Уик настолько жесткий, что мы с пистолетом на вертолет. Он забаговался, видимо. Нет. Я ему вообще как будто бы урон не наношу. Я, кстати, неправильно говорил, то что это уровень. Это не уровень, это подуровень. То есть мы сейчас все еще на первом уровне. У меня такое подозрение, что его нельзя убить. Вам так не кажется? Как-то это... Как-то это странно. Я могу вот туда пройти? Тай... Ой, ребят, не скачивайте. Не буду я вам ссылочку выкладывать, типа, где можно скачать игру. Потому что это адская игра. Я вам не советую. Я не знаю, вот я ему сколько бы урон не наносил, ему вообще все равно. Так, так, так. Да не стреляй, пожалуйста. А, хорошо, отсюда. Эй, а мне вертик нужен. Ракета нужна. Ракета нужна. Эй-эй-эй! Фу, дверка, чекайте. Да, ножом. Мне кажется, так, по-моему, даже попроще их убить. Получится мне вертолет-то убить? Что-то мне кажется, это такой уровень залоченный. Этим вертолетом. Давай, лифтик, пожалуйста, пожалуйста. Ну, короче, такой вот плана игра. Я, естественно, долго в нее, ну, проходить всю ее не будем. Это что такое? Это я? Это тоже агент какой-то. Собака! Thank you for... Это все? Мы всю ее прошли, рили? Ну а, ну тогда понятно, почему она такая хардкорная, раз она такая коротенькая. Ну такая вот, собственно, игра, я не знаю, понравится тебе или нет. Но, слушай, ну выглядит прикольно, это такая прям NES прям игра. Под Джон Уика, блин. Собаку мы освободили, самое главное, собаку мы спасли, все хорошо. Спасибо, что посмотрел, если посмотрел, давай и поговорим, давай в комментариях поговорим об этой игре и о подобных играх, когда в современных реалиях делают вот такие, ну, денди-подобные игры. Давай, все, жду тебя в комментариях.